запрокинуть голову еще побольше, вывести еще раз челюсть. Как делать искусственную вентиляцию легких, правильно накладывать жгут и транспортировать раненого. Первой медицинской помощи обучают барнаульцев на курсах боевой подготовки. Навыки помогут не растеряться на поле боя, если до этого дойдет. Мы берем закончик, затянули. У нас несколько основных дисциплин. Это психологическая подготовка, тактическая, огневая, быт в боевых условиях. Инженерная подготовка, управление БПЛА дронами, радиосвязь, топография. В общем, у нас спектр достаточно широкий. Обучение началось полтора месяца назад. На сегодняшний день в группе военной подготовки 30 человек. Мужчины от 25 до 50 лет. Организаторы просят не показывать ни их лиц, ни лиц учеников в целях безопасности. Курсов по начальной военной подготовке, к слову, не только в крае, в стране не так уж и много. Мы с вами уже видели, как проводится мобилизация, какой уровень подготовки. Очень много отзывов мы увидели. И в реальности нынешняя армия действует еще, к сожалению, по режиму мирного времени. Вот. Построение на плацу и различные изучение устава, штудирование устава, они особо не помогут в боевых действиях. Именно нужны реальные боевые навыки, которые мы даем. Занятия проходят бесплатно для всех желающих от 18 лет. Организаторы подбирают помещения, инструкторов, преимущественно с боевой подготовкой. Вся работа на добровольных началах. На данный момент в качестве материальной базы мы используем наше личное имущество. Нам требуется и помещение для занятий, и материально-техническая база. Поэтому мы просим о помощи неравнодушных граждан и предпринимателей, организаций и органов власти для содействия. Желающих пройти начальную военную подготовку уже набралось 80 человек. Они ждут своей очереди. Кстати, записаться могут и женщины. Для них проходит занятие по оказанию первой медицинской помощи. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.